Всем привет! С вами я, Виолетта, и в этом видео я хочу вам показать свои планы в раскрасках на март месяц. Всего у меня 11 постоянных раскрасок, и несколько раскрасок я выбрала для именно марта. Они связаны или там, с цветами, или с девушками, ну или, не знаю, что-то еще похожее на праздник 8 марта. Международному дню женщин. Начнем как раз с весенних цветочных раскрасок. Первая — это Леди Спринг. Конечно же, весенняя раскрасочка с девушками, с цветами. Здесь собраны иллюстрации нескольких художниц. Честно говоря, пока не решила, какую именно картинку я буду раскрашивать. Вот, нравится мне тут многое. И хочется раскрасить многое. Ну и практически каждая картинка, в моем понимании, подходит под тему этого месяца. Следующая книжечка — это «Королевский ботанический сад», который мне подарила Зоя на Новый год. Мне кажется, раскраска прекрасная, чудесная просто. И к весне самое то — раскрасить какой-нибудь цветочек. Я планирую в этих раскрасках сделать по одной работе. Вот, ну, потом посмотрим, как пойдет. Может быть, меня затянет. 100 полуночных цветов от этого бренда. Здесь изображений цветов просто, ну, очень много. Можно выбрать вообще все, что угодно. И я уверена, что найду здесь что-нибудь. Вот, ну, скорее всего, здесь буду раскрашивать карандашами. Вот, вряд ли много успею раскрасить, ну, хотя бы одну-две странички. Это, кстати, я вам сейчас все показываю, у меня не начатые раскраски. Есть у меня, конечно, и начатые с цветами, и с девушками, их очень много. Но я решила их не добавлять в этот план, так скажем. Потому что, ну, мне кажется, я и эти-то раскраски не успею докрасить. Что уж говорить про... Ну, в плане затронуть. Что же говорить про те, которые уже начаты. Раскраска «Великие женщины, которые изменили этот мир». Она у меня появилась еще прошлой весной. И вот я решила, что надо бы начать. Хотя бы одну какую-нибудь здесь девушку-женщину раскрасить. Мне кажется, будет отлично. Раскрасочка «Юные». Кьюти Доллс, глава 2. Здесь есть прекрасный весенний раздел. И я даже не знаю, на самом деле, что тут выбрать, потому что картинки классные. Довольно, ну, очень симпатичные. Мне нравится вот эта девочка с тюльпанчиком, потому что... Или это не тюльпан, или это подснежник. Да, не тюльпан. Вот это мне нравится изображение. Ну и вот это тоже очень классное. Может быть, что-то подобное как раз бы и раскрасила. В общем, из весеннего раздела здесь несколько изображений есть. Сейчас у меня... Где у меня... А, вот они, в самом начале. Вот. Это самый большой раздел в этой раскраске. И можно все что угодно здесь попробовать раскрасить. Ну, плюс хотелось бы, конечно, начать уже эту раскраску, потому что она очень классная, она мне безумно нравится, и прям руки чешутся. Дальше. Фэшн-иллюстрации. Раскрасочка маленькая, простая. Здесь, в принципе, такие как скетч-зарисовки. Они не требуют чего-то сверхъестественного. Вот, и можно найти что-то такое прикольное. У меня есть еще раскраски Vogue. Тоже они на эту тему, но они посложнее для меня лично. Вот, ну плюс она уже начата, та раскраска. Поэтому только если останется время, их задействую. И последнее в этом разделе — это книжка «Антистресс для школьников», девочкам. Здесь есть несколько изображений, которые хорошо подходят как раз к теме весны, например, вот, с цветочками.
Вот здесь такой хоровод с букетом, вокруг букета. А целая куча мишек, мне кажется, тоже. У меня почему-то мишки больше с 14 февраля ассоциация идет, но тоже возможно. Вот эта картинка, я ее хочу раскрасить в этом месяце, потому что она для меня прямо олицетворение 8 марта. Не знаю, у меня март как раз ассоциация идет именно так, как начало весны, сразу хочется раскрасить какие-то цветочки, какую-то зелень и девушек. Вот, поэтому вероятнее всего буду раскрашивать именно эту раскраску. Ну, вообще, здесь можно так-то все что угодно приручить к празднику. Да, наверное, да. Вот это уже каждому свое, наверное. Вот, далее идет раскраска по номерам Киры Шершневой. Она как раз называется «Весна», и многие знают, что я ее в этом году хочу закончить. Я брала ее с собой в Петрозаводск и раскрасила здесь. У меня было 10 картинок нераскрашенных, и в феврале я раскрасила 4, и в марте я уже начала ее раскрашивать. На данный момент у меня здесь осталось 5 изображений, и я думаю, что в марте я закончу эту раскраску. Она у меня для маркеров. Вот. Ну, то есть я просто ее маркерами так раскрашу, мне очень нравится, такой антистресс. Поэтому я уверена, что я ее закончу. И за этот год это будет уже вторая законченная книжка. Ну и теперь раскраски, которые у меня были в прошлом месяце в планах, и я надеюсь, что они в дальнейшем будут в моих планах. Это большая книга фееричных раскрасок. Я ее планирую раскрашивать просто в этом году, то есть я ее не заканчиваю, ничего. Здесь много картинок, которые для меня как раз кажутся весенними. Ну, во-первых, потому что здесь есть изображение просто феечек, девочек. Не знаю, там, с природой, с животными. То есть вот такая картинка, я прям вижу, как можно раскрасить эту девочку. То есть у меня в голове есть представление, в каких она должна быть цветах и так далее. Поэтому я уверена, что здесь что-нибудь найду. Вот это изображение такое. Уже с цветочками весенние. В общем, 100% здесь раскрашу какую-то картинку. Ну, в плане с подбором иллюстрации точно проблем не будет. Главное, чтобы время было. И раскраски по номерам. Вот эти две я хочу закончить в этом году. Мне кажется, я это в каждом видео просто говорю, но тем не менее. А здесь у меня идет вот эта иллюстрация. На самом деле, вот на эту раскраску у меня уходит достаточно много времени. Я могу с ней сидеть вечера 2, наверное, а то и 3. Причем, если это, ну, такие, знаете, довольно свободные вечера. Не прям очень свободные, но не слишком заняты. В раскрасочке Disney у меня по планам идет иллюстрация номер 7. Давайте сразу вам ответ покажу. И 8. Такие на тему любви, в принципе. Подходили как раз и к прошлому месяцу. Ну, самое то, мне кажется, тоже в марте будет раскрасить. Далее раскрасочки, которые я распечатывала. Мандалы мозаик с Киры Шершневой. Здесь вот такая мандала. По цветам довольно интересно, как оно получится. Потому что здесь мне очень нравятся цветовые сочетания. Они прям неожиданные, как правило. Такие. Триангл с... Как раз, мне кажется, наконец-то можно эту раскраску прям вдоволь пораскрашивать, потому что... Здесь обычно изображения такие яркие, какие-то с зеленью, с цветами. То есть что-то такое прям. Надеюсь, и в этом месяце будет какая-то такая картиночка с зеленью и цветами. И Color Questopia. У меня эта раскраска появилась вот в прошлом месяце. И здесь есть в начале иллюстрации, состоящие из мозаик. А во второй половине раздела
Ну, такие. Соответственно, я буду по порядку раскрашивать или первый раздел, или второй, в зависимости от настроения. Здесь тигр. Вполне можно, кстати, его раскрасить. Вот я бы очень хотела Москву раскрасить. Мне кажется, довольно актуально в настоящее время. Вот, ну, посмотрим. Вообще, было бы неплохо вот с этой иллюстрации начать, но здесь нет палитры, и надо самим подбирать цвета. Я такое, как бы, дело не очень люблю. Когда номера есть, а цветов нет. Ну, это немножко странно. Далее раскраска по номерам. Я ее крашу, как вы знаете, да, каждый месяц. Уже на протяжении, наверное, больше года, может быть, даже полтора. В этом месяце у меня здесь будет слоник и змея. Вот, потому что эти две картинки зимние. Мы их с вами пропускаем. Тут опять, кстати, будет зимняя, прям. А тут хэллоуинская. В общем, да, в следующем месяце тоже будем пропускать. Цветовой квест «Животные». Здесь у меня иллюстрация номер 16. Нет, 16 у меня здесь вроде бы раскрашена. Да, раскрашена, значит, 17. Кстати, бабочка очень классная. Я почему-то думала, что у меня здесь 15 работ раскрашено. Может быть, я выберу все-таки другой цветовой квест, я посмотрю, но бабочка красивая, мне кажется, к марту самое то. Звездные войны. Здесь картинка номер 15. Вообще, кстати, очень скучная. Я даже не понимаю. А, ну вот так, да. Угу. Ну, такое, такое. Вот следующая иллюстрация будет очень сложная в плане подбора цветов. Здесь практически ничего не видно, очень темные оттенки. Будет сложно. И две раскрасочки от Ашет, которые у меня всегда стоят в планах. Другие книжки я просто стараюсь задействовать по возможности. Но вот Ашет, именно плакаты и цветы, это моя любовь. Здесь у нас идет по порядку картинка номер 11. Кстати, очень классная и как раз в моем духе подходит к марту. То есть девушка и зелень. Самое то. Я вот смотрю, какие вот здесь красивые изображения. Потом идут вот это. Прям красота. Класс. И цветы. Раскраска цветы. Здесь у меня последняя картинка была номер... Это страница номер 14. Картинка получается 12. 11 даже. О, супер. Страничка 12 идеально подходит под март месяц. Прям просто шикарно. Но вообще эту книжку мне хотелось бы раскрасить побольше. Может быть, затронуть еще, например, 14-15 картинку. Потому что 13 для меня она такая, как будто бы майская. Я бы ее, наверное, хотела раскрасить в мае. Оставить ее на май. Ну, посмотрим. Вот. Но 14 я бы точно еще попробовала раскрасить в этом месяце. Посмотрим, получится или нет. Но очень бы хотелось. В общем, это были все мои планы. Раскрасок довольно много. Но у меня до 10 марта каникулы. Я отдыхаю, поэтому будет время раскрашивать. Вот. А потом у меня уже начинается учеба, причем в таком прям темпе. Активном очень. Поэтому... Мне кажется, буду раскрашивать прям очень мало. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. С вами была Виолетта. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.